Здравствуйте, я рада, что вы заглянули на канал «Сад без секретов». Меня зовут Светлана Налетова, и сегодня на нашем канале необычное видео. Я на ваших глазах распакую посылку, которую сегодня получила из магазина «Семь семян». Мне всегда очень нравится смотреть процесс распаковки на каких-то других каналах. Всегда интересно, так сказать, подглядеть, в каком состоянии приходят, может быть, растения, семена, какие-то препараты для садоводов. И вот у меня такая возможность появилась показать вам непосредственно, как выглядит посылка от магазина «Семь семян». Я расскажу, что я туда положила, так сказать, что я заказала. Итак, открываем. Для начала хочу сказать, что пока вот открываю, что посылка пришла очень быстро. Я даже думала, что она на дня 2-3 придет попозднее, и это было абсолютно нормально. Но посылка пришла очень быстро. Но вот хочу сказать, что в хорошем состоянии. Видите, фирменный скотч сохранился. Ни мятая, ни мокрая посылка. То есть доставлена она аккуратно. Раскрываем. Ну, понятно, что здесь лежит накладная. Со всеми печатями, с ценами. Вот это я заказала себе опрыскиватель аккумуляторный. Стоит отметить, что в магазине «Семь семян» огромный ассортимент, больше 15 тысяч единиц товаров. Так как я человек такой достаточно азартный, мне приходилось себя сдерживать. И я решила так, что на данном этапе я делаю заказы для рассады. Готовится сезон посева семян на рассаду, выращивание рассады. Я буду обращать еще внимание и на комнатные культуры, поэтому я взяла все, что касается комнатных растений и рассады. И вот такой вот новый аккумуляторный опрыскиватель мне очень нужен, потому что тот, который у меня сейчас есть, который требует подкачки, ну, он не очень удобный. Замечательный, удобный. 2 литра аккумуляторный. Ой, он даже заряжен. Обязательно попробую. Удобная вещь. Пора уже переходить на более современные, так скажем, инструменты. Так, я заказала еще препарат. Смотрите, как он запакован хорошо, качественно. Это биологические препараты. Я сейчас проверю срок годности, потому что для препаратов, которые содержат живые микроорганизмы, это очень важно, чтобы он не был просроченным. Он свежий, дата изготовления сентябрь 2021 года, ну, то есть ему месяц всего лишь. Это очень-очень важно для препаратов с живыми микроорганизмами. Хочется отметить, что цена была очень приятная. Обычно по такой цене в розничных, в обыкновенных садовых магазинах распродают остатки, так сказать, когда до окончания срока годности остается буквально 2-3 месяца, тогда вот по такой же цене мы приобретаем. Это уже старый препарат, а здесь абсолютно новый препарат. Очень приятно. Так, я заказала вот такой интересный грунт для фаленопсисов. Всегда на него посматривала в магазинах. Потом могу рассказать, что это за интересный субстрат. Мерная пипетка, которая обязательно должна быть в арсенале каждого садовода, начиная с момента выращивания рассады и подготовки грунта, особенно если вы пользуетесь такими вот препаратами с живыми микроорганизмами, потому что передозировка таких препаратов не рекомендована. Я взяла биостимулятор, вот такое вот удобрение, но это уже когда рассада начнет подрастать, буду использовать. Грунт я обработаю вот таким препаратом. Очень удобно, что в одном магазине я купила и семена, и удобрения. И препараты для защиты самих растений. Кстати, то, что касается средств защиты, я обратила внимание, что в магазине «Семь семян» можно приобрести такие препараты, которые в розницу либо вообще невозможно приобрести, либо велика вероятность, что вы нарветесь на подделку. Так как магазин «Семь семян» напрямую работает с крупнейшими поставщиками, с производителями, можно быть уверены, что мы будем иметь дело с настоящими удобрениями от тех производителей, которые заявлены. И вот семена. Повторюсь, что я решила себя немножко ограничить и заказала только те семена, которые у нас на Урале мы сеем в первую очередь на рассаду. Это баклажаны и перцы. Очень удобно. Я нашла здесь те сорта, за которыми, между прочим, в прошлом году вот я охотилась. Мне пришлось проехать по нескольким магазинам,
для того, чтобы найти вот эти вот, скажем, перцы. Очень удобно в интернет-магазинах приобретать дома, в удобных условиях, приятных, комфортных, даже без маски. Садимся и совершаем покупки. Купить можно в этом магазине очень огромный ассортимент товаров, как семена различных производителей, как видите, это ведущие производители, надежные, зарекомендовавшие себя, отличные сорта, так и средства защиты, удобрения, садовый инвентарь. Здесь же, на этом сайте, мы можем приобрести даже такую большую садовую технику, допустим, измельчители садовые, мотоблоки, то есть что-то такое серьезное, очень крупное. Я вам сейчас покажу, насколько удобно работать на этом сайте. Интернет-магазин «Семь семян», сайт этого интернет-магазина мне понравился своей простотой. Нет ничего лишнего, нет каких-то там всплывающих окон, которые отвлекают. Все акции вынесены в отдельные, такие, скажем, закладочки. Вы можете посмотреть, что вам предлагают по распродажам. Вон есть полночные скидки, например. Мне очень понравилась эта акция. То есть, если вы заказываете ночью, так скажем, то получаете достаточно приличную скидку. Если же вам нужен большой обычный каталог, вот вы видите, что все в этой закладке, семена, все для рассады, садовый инвентарь. Вы выбираете то, что вам необходимо. Можете задавать даже параметры цены, торговую марку, месяц посадки, допустим, растений, сорт или гибрид. Это тоже очень удобно. Оплату вы можете произвести сразу же по факту, по безналичному расчету с карты, либо оплатить товар при получении, либо курьеру отдать наличный или безналичный расчет, либо в пункте доставки расплатиться. Словом, я рекомендую вам заглянуть в интернет-магазин «Семь семян», хотя бы просто для того, чтобы изучить ассортимент, быть может, уже сделать какой-то первый заказ. В описании под этим видео вы найдете ссылку на сайт интернет-магазина «Семь семян». Про себя могу сказать, что я обязательно буду заглядывать в этот магазин, отслеживать особенно акции, они очень приятные, очень интересные. Надеюсь, что вам это видео пригодится, и вы сможете для себя совершить приятные покупки. Для меня знакомство с магазином «Семь семян» было очень и очень приятным. Удачи!